бір іздемейсіңдер ә, қайдасың Нұрдәулет деп. Мүмкін менде проблема болған шығар, мүмкін мен көңіл күйім жоқ шығар. Психологқа барып көрген сияқты. Ассалаумағалейкум, армысыңдар, здравствуйте, хелло, мархаба. Машиналар хотя бы осылай қолмаса, ал кім сәл-сәл болсын іздеді, I love you, уважаю. I'm a real ass, rich ass, from the south, yeah. Достар, мына менің қолымдағы ең қымбат картинка. Белгілі суретші салған, атымды тұрмын. Бірақ достар, бағасы примерно 5 миллион теңге. Егер де осыны қазір көшеде халықтан сұраймын, дұрыс тапқан адам болса осыны беремін. Бұны 10 миллион, 20 миллионға сатуға болады даже, гарантия беремін. Кетті, кім таба алады екен, соған сыйлықтан. Запечат. На картинканың бағасы тапсаңдар, тегін беремін. 500 мың. 100 мың? 200 мың. По-моему, полный изделец. Мына картинка бағасы тапсаңда беремін. Арзан емес бірақ. Просто если угадать вот эту цену, я вам отдарю. Это нам дорого стоит. Сколько примерно? 30. Больше 50. 120. Нет. 1000. Если ты сейчас говоришь, айда ты должен. Мына картинка бағасын тапсаңыз, подождите. Жүрекке керегім, айды көрсем сенің жүзің еске келеді. Мен картинканың бағасы тапсаңда, бізде осы бағада жүрміз картинка. Бұл қымбат, арзан емес, сұраңыз ғой деп. 12 миллион. Миллион грамм. Армандағым бақыт осы жал. Картинканың бағасы тапсаңда, тегін беремін. Бұл қымбат, арзан емес, сұраңыз ғой деп. 70 мың? Брат, если вот эту цену найдешь, вот эту картинку, я тебе отдам бесплатно. Ну, если художник рисовал ее от души, я скажу, она бесценна. Но если вы ищете цену в деньгах, я скажу, она бесценна. Есть еще вопрос. Базара нет, брата. Да не знаю, ее либо кому-то подарить, короче, либо себе дома повесить. А если уже цену потерял, что будет делать, картинка? Смысл потерял? Понимаешь? Она не может потерять смысл, это же любовь. Да, а если любовь потерялся, что это? Сколько стоит? Здесь как минимум осталась страсть. Малюшка, сам смотришь что? На нее, что видишь? Страсть? Похоже на любовь. Началось-то все с романтики, цветочки, все дела. Как и осталась страсть, уже все движется к сексу. Секс кончится, страсть останется к другому человеку. Ее также к другому. А любовь это такая привычка. Наборов. А если она изменяет пацан? Ну он ублюдок, но у него уже страсть не погасла, и любовь к другому ее прекрасна. А девушка общался с кем? У нее тоже не пропало это. Знаешь, это они очень... друг другу не подходят для семейной жизни. Да. Ну вот в тенге, я тебе говорю, ноль тенге, и она бесценна. Потому что у нее нет. На картинканы бағасы қымбат та, тапсаң бірақ бере салам подарка. Айта салшы просто бағасын примерно ғой енді мвпмен есептегенде 40 елу мың қанша мвп болады? Жақсы, рахмет, бері келесің. Орлығымыз қызметте. Если угадаете цену, я вам подарю. Это очень дорого стоит. Очень дорого? Очень. 100. 1 миллион. Нет, больше 1 миллион, точно. Больше, да? Хороший вечер. Қанша деп ойлайсың бағасы? Қымбат. Сәлем. Бір сұрақ қойын, давайте. Мынаның бағасын сұраймын да, дұрыс тапсаңдар осы картинка сендерге. Бірақ өте қымбат, арзан емес, сразу айт. 270. Миллионнан қымбат. 2 миллион ба? Жоқ. Миллион жарым. Шет қана табады деймін де, атып бере салады. Это судьба? Я думаю, да.
Характер — это судьба. Я уверен, что тебе более ясного ответа, чем я, никто не дался. Да, точно не дал. А я на ней себе заработаю. Я ее продам, причем неплохо. Что ты делаешь, делай-ка деньги? Ну, возьму себе, наверное, что-то пожрать, что-то приодеться. Кроссы хочу новые взять. Вот давай, брат, идет, подожду тебя. Серьезно. Ну, давай, благодарю тогда. Нет, обрешит, да, спасибо. Вот это, брат, пойди на Турцию, она не имеет. Ну вот пусть она гостинит, что ты сделал доброе дело. Конечно. Это же есть. Все, от души, брат. Сейчас я TikTok залью. На эту картину все зачистят. Завтра, правда, это че? Завтра популярный будет эта картина. Спасибо. Давай, брат, спасибо. Сейчас. Продается завтра, точно продается. Мы тут арбат у вас шить курсинер, картик на волн дар, жасман дар. Синдем картинка. Достар, картинка 5 миллион турмайда. Я. Бірақ бұл істен үш нәрсені ұғуға болады. Алдауды емес енді. Бірінші, сенім. Өз бағаңызды біліңіздер. Сіздер бізге кейбіреулер 5 миллионды ойлатты, шынымен сонда көзқараспен қарады. Жұмыста да өздеріңізді солай қараңыздар. Кез келген істе солай қараңыздар. Екіншісі, мидың шекаралығы. Байқасаңыздар, ең қымбат қанша десе, адамдар 100 мың деп жатыр, 50 мың деп жатыр. Достар, алдында сіздер білесіздер ме, 100 миллион қарызған кезде сендер алсаң не істер едіңдер дегенде, ресторан болмайтын нәрселер айтылды көбіне. Егер де сіздердің миларыңызда 1 миллион долларға проект тұрып, сол проекттің шипетіліне барлығын зерттелген болса, Құдай ол сіздерге 1 миллионды береді. Ал ондай дайын болмаса, сіздерге 1 миллионды бермейді, өйткені сіздер қадап тастауыңыздер. Үшінші нәрсе, реальный өмір сүріңіздер. Интернетте әркім тыңдап, анау-мынау демеңіздер. Просто рахатқа реальный өмір сүрсеңіздер. Әркім тыңдай білмеңіздер. Просто өзіңіздің өміріңіз қандай, соған рахаттанып шүкір етіңіздер болды. Даже мен де тыңдамаңыздар, главное бақытты болсаңыздар болды ғой. Сары сразу көзге түседі. Братан, под тебя косим. Как дела? Что надо сделать вот это, купить такое деген бар еді? А вот мой Леон пришел. Тиктокеры подъехали. Да. Это говорит, бандиты, нет, это тиктокеры. Ё-моё, чётко. Леон менгер, Леон, базарный. Сағат түскі екіде пробка, ой, ё-моё. Мен сүйген алдың қызы, мен сенген алдың қызы.